Всем привет! С вами снова Саша! Сегодня я вас научу готовить такой пирог с малиной! Он вкусный, смотрите, какой он пышный! И пахнет вкусно! Оставайтесь со мной, сейчас будет интересно! Начнем с того, что мы сначала включим духовку. Тесто наше готовится очень быстро. Режим температуры выбираем 180. Здесь сам. На какой? Вот, да? Вот на первый. Молодец. Начинаем готовить пирог. Сначала надо разбить яйца. А яйца перед этим что обязательно? Помыть. Молодец. Мам, скорлупа попала, помоги достать. Произошла авария, пропала маленькая скорлупка. Но мама ее достала и разбила второй. Чем я? Добавляем маленькую щепотку соли. Мам, покажи. Просто закидываем вот так вот. Можно вот так вот. Мам, покажи, как я прикольно закину. Ага. Давай, включай. Так, сейчас начинаем взбивать наши яйца. Наша масса взбилась в большую пышную пену. О! Теперь выкладываем в пышную пену все нашу сметану. Мы растопили масло в микроволновой печи. Теперь отправляем его в тесто. Вот оно какое красивенькое. Перемешиваем. Высыпаем в муку разрыхлитель. Он очень легко открывается. Высыпаем через сито муку с разрыхлителем. Видишь? Да. Теперь надо тщательно перемешать. Для пирога мы будем использовать красивую замороженную малину. Укладываем наше тесто, половину нашего теста в форму для выпекания. Так, распределяем. Получилось достаточно густое. Да. Но когда оно запечется, будет мягкое и вкусное. Да. Ну что, Саш, выкладываем малину? Да. Ты будешь высыпать? Да. Давай. Теперь выкладываем вторую половину теста. Мама, покажи, сколько его осталось там. Сейчас моя мама распределяет тесто. Сейчас я вам покажу, мам. Мама, бери ручку, я хочу показать ягодки, которые уцелели на украшении. Продолжаем. Можно? Да. Вот, спасибо. А теперь я буду украшать пирог сверху. Давай. Вот так. А сейчас мы будем отправлять этот пирог в духовку. Да. Там очень жарко, поэтому пусть это лучше сделают взрослые. Правильно. А то вы обожжетесь, ожог будет. Первые 20 минут не открывайте духовку, а то тесто пойдет и будет вот так.
кладем пирог из духовки, ждем, пока остынет. Так, ну наш пирог немножечко остыл. Отрезаем на пробу? Да. Кто будет первый снимать пробу? Сашка, мне кажется, он такой воздушный получился у нас. Малиновый. Малиновый, воздушный. Ой, проблемка. Ой. Трагедия! Как вкусно пахнет. Ну что, снимаем пробу. Получилось вкусно. Советую всем приготовить такой пирог. Ну вот, чай закипел, я пошел пить чай с пирогом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, у вас получился такой вкусный малиновый пышный пирог. Я пошел есть. Пока!